Анонс и точно до выхода 41-й серии турецкого сериала «Я не могу вписаться в этот мир». 41-я серия сериала выйдет в эфир 17 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Герман, похитившийся Заира, хочет не убить его, а получить от него информацию. Он хочет выяснить, знают ли Сезаир и Атакан, что находится внутри USB. Видя, что Сезаир никак не может заговорить, он планирует пытать Атакана на его глазах, чтобы заставить его говорить. Но он не знает, где скрывается Атакан. Пока Тазиев и его люди пытаются найти Атакана, Атакан узнает, что Сезаир находится в руках Эрмана. И сдается Эрману в обмен на свое освобождение. С другой стороны, Лейла не может смириться с тем, что Берфин находится с Изаиром, а она далеко. 41-я серия сериала выйдет в эфир 17 октября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.